Если хочешь, я могу ее купить. У меня было время, и я успел ее пролистать. Может, купим ее тебе? Номер 23. Душераздирающая Одиссея параноика. Самые страшные воспоминания в мире. Я куплю ее тебе. Глава 1. Я могу думать только о числе. Мы познакомились, когда мне было... 23. Какой это был день? 14 сентября. 14 и 9? 14 плюс 9? 23. Это просто совпадение? Я не знаю. Фильм Джоэля Шумахера. Что такое 23? 23 аксиомы евклидовой геометрии. В основе человеческого тела 46 хромосом. Это 23 пары. 2 разделить на 3 – это 0666, число дьявола. Так что это, число Бога или дьявола? Все числа образуют последовательности. Я родился в 23 часа. 23-го – мой день рождения. Номер водительских прав, номер страховки. Везде номер 23. Книга подражает моей жизни. Это совпадение. Ты видишь в книге то, чего там нет. У каждой последовательности есть смысл. Отметим 23-е слово на каждой 23-й странице. Предупреждаю, тебя ждет ад. Соединение смыслов открывает судьбу. Номер. Что он значит? Ты знаешь? Здание в Оклахома-Сити было взорвано 19 апреля 1995 года. Надо бежать, он придет за тобой. 19 плюс 4, 23. Джим Керри. Эта книга не о тебе. Атомная бомба была сброшена на Хиросиму в 8 часов 15 минут. 8 плюс 15, 23. 10 лет лжи! Только не это! Номер 23. Я видел во сне, что я убил тебя. Ты в жизни и мухи не обидел. Откуда ты знаешь?